Парламент Азербайджана одобрил назначение премьер-министра страны. Кандидатуру Али Асадова в Милли Меджлис внес президент Ильхам Алиев. За нее проголосовали 105 депутатов против, 1 и 1 воздержался. В выступлении перед депутатами Асадов заявил, что в ближайший год правительство будет укреплять армию, безопасность, границы, а также повышать благосостояние граждан страны. Али Асадов занимает пост премьер-министра Азербайджана с 8 октября 2019 года. Необходимость переизбрания по закону возникла после президентских выборов 7 февраля. Правительство Азербайджана в соответствии с Конституцией ушло в отставку после вступления президента в должность. Теперь назначение Али Асадова на пост премьера должен утвердить глава государства.